подписчики, сегодня очередное видео. Это обзор моих двух покупок на сайте интернет-магазина AliExpress. Что мне пришло, сложно сказать, потому что заказ я делала на многие вещи. Сейчас мы посмотрим. Вот с этой посылки. Я думаю, это обувь. Да, это обувь. Я заказала себе вьетнамки. 37-38. В принципе, данный товар соответствует фото. Качество аккуратно все. Не знаю, конечно, как они будут носиться, но буду надеяться, что все будет в порядке. Посмотрим эту посылочку. Это шорты. Женские шортики синего цвета и с кармашками, на завязочкой. Ну, качество нормальное, в принципе. Вот сзади они такие. Ну, качество приличное. Я как раз собираюсь на море в Одессу. Я думаю, мои следующие видео как раз про этот город будут. Ну, я думаю, что данный товар меня порадует, будет служить не очень даже долго. Подписывайтесь на мой видеоканал, смотрите мои следующие обзоры. Заходите на мой сайт boutiquemira.com.ua. Ссылочка под видео.